5 лет я ищу кротов, чтобы поймать крота. Вот, чтобы посмотреть хотя бы, как он выглядит, сфотографировать его. Вот один из моих роликов по ловле крота просмотрело 500 тысяч кротоловов, которые тоже ловят крота и смотрят, как я ловлю крота. А второй мой ролик просмотрело 1,5 миллиона кротоловов, которые ловят крота и хотят этого крота поймать. И сегодня я вам, ребята, прочитаю комментарии, чтобы вместе посмеяться. Вот, за каждым комментарием стоит реальный человек и, соответственно, комментирует эту мою видеозапись. Я хочу почитать вам и вместе посмеемся, значит. Волв один пишет: главное, рассказал на полном серьезе и таким умным видом. Спасибо, ржал до слез, особенно когда крота в банке искал. Ну конечно, я сам думал, как там этот крот, выпадет он оттуда, не выпадет, все, весь был в эмоциях. Вот, и тут ответы ему пишут. А другой пишет, Тимур Аглямов, что он посмеялся, когда сосед сказал для крота кашу варить. Третий тут мне советует Ивану споймать крота и кинуть его к соседу. Петренко Алексей пишет: надо было вместо земли с кашей туда положить противотанковую мину. Тогда б он не сбежал. Да, Алексей, тогда б крот точно не сбежал бы. Но только встает вопрос, где эту противотанковую мину найти и зачем туда ее ложить. Крота жалко. Мину жалко, огород жалко, себя жалко и тебя жалко. Так что не играй в игрушки с противотанковыми минами, Петренко Алексей. Что тут ему отвечают? Согласен. Крот бы унес мину с собой в иной мир. Да, инквизиция средневековья, это точно. Один тут пишет, подкалывает, типа крот умнее кротолова. Конечно, крот умнее кротолова. Вон сколько кротоловов. Один кротолов и ловит, 500 тысяч наблюдают за тем, как он ловит. Нечем им заняться. Интересно все-таки, как крот выглядит. Шариков Боря говорит, ты кролика видишь? Нет, а он там есть. Это он насчет крота подкалывает. Типа, что? Раз крот тут был, значит, метод работает. Вот. Один пишет, что кроты, Серик Бекбалсын, что кроты едят насекомых. Согласен, червячков. Не, кроты едят червяков, а не насекомых. Насекомых едят пауки. Кротошпатель, Андрей Матвиенко пишет. Ну да, кротошпатель. Мое изобретение. Нано-чудо-кротошпатель и нано-чудо-кротоотпугиватель. А Алдиар Калимибеков хочет, чтобы ему каши дали, с помощью которой я ловил кротов. Видно, голодный парень, хочет покушать, каши поесть. А он говорит, что не голодный. Потом обиделся, наверное, и сказал, что пойдет новый кротошпатель покупать. А Тимур Аглямов тоже сожалеет. Вот такую кашу погубил. Все хотят моей каши, а? Джон Галиано спрашивает, уважаемый автор видео, а где вы приобрели кротошпатель, а именно модификацию кротошпателя? На Алиэкспрессе, где ж еще? Другой говорит, Shadow Apple в кротошпатском магазине. Ну конечно, где ж еще? Нано-чудо магазин. Кроты хомяки. Один советует мне тут открыть кротоферму. Медет разанули. Ну да, сейчас побегу кротоферму. Что я буду с ней делать, с кротофермой? Кому кротов продавать? Кроты не сильно в спросе. Все пытаются их поймать. Ну где же он эффективный? Ну попытка не пытка, не пытка. Поймаешь крота, не поймаешь. Откуда узнаешь? Клал. Тимон Майер на кого-то клал. Надо будет попробовать. Фанда.
Да. Один пишет мистер Фикс. Банку может и попал крот, но собратья кроты не бросили его в беде и провели спасательную операцию. Ну конечно, как же по-другому. Другой советует Денис Крутой вставить вибратор в землю и забудь про всех кротов навсегда. Ну да. И советует, в каком именно магазине купить данный вибратор. Лол. А вы их в лес же. Он так и не поймал. Е-е-е, кротошпатель. Метод не работает. Кроты не едят кашу. Они едят червей и разных жучков. И женятся на дюймовочках. Ну да, кроты еще на дюймовочках женятся. Услышит запах каши? Ну конечно услышит. А как же может крот не услышать запах каши? Кашу поклал. И крот сразу услышал запах каши. Неаккуратно поставил банку. Половина банки в земле. Жажа, если он был, то легко с нее и вылез. Вкопай 5-литровую банку. И перед закапыванием закрой крышкой. Потом в конце ними. Ну хорошо, я буду иметь в виду, Вадим Цаток. Эту банку в следующий раз возьму 5-литровую. Спрашивают, едим ли мы кротов. Конечно, мы их не едим. Зачем нам их есть? Один советует током подключить. Но мы не такие, мы не живодеры. Мы кротов не мучаем. Мы их изгоняем. Потому что сначала полезут от тока жучки, паучки, червячки, а потом вылезут и шахтера. И вам придется быстро бежать, конечно. Крот кашу съел. Он оценил, что ты не умеешь готовить кашу. Конечно, мы кротов не обижаем. Кроты уже не рады, что с тобой живут, пишет Тапас. Ну и тут, короче, ему ответы дают. Надо в банку землю не ложить, а только кашу, и не закрывать это место, а развести костерок, тогда будет каша с кроточатиной соседям. Вот юморные люди, а? И не выговоришь даже. Кротчатиной. Кротчатина соседям, а? Ну какой... Извертливый юморист. Самый лучший способ с ружа. Ну да, в норку ружо вставил и стреляй, конечно. Ору, один тут орет, Тиамонт. Радуется. Кротошпатели ему нравятся. Желает мне 1 000 000 подписчиков. Кротолопаты нравятся. Спрашивает, а у вас вообще зима не наступает? У нас было такое... что в январе не было снега, а потом пошел. Ничего не поделаешь, природой не управляешь. В следующий раз, когда будешь ловить крота, в банку не так много земли сыпь. Ну хорошо, постараюсь. Один пишет, Виталий, что его привлекает каша. Наверное, он был кротом в прошлой жизни. Ну, я не знаю, может быть, и был кротом. Не, он говорит, был ленивцем. Ну, понятное дело. Кротолопата, кротобанка, кротошпатель. Виктория Фокс. Кротокельма еще есть. Короче говоря, магазин все для крота. 5 литровик надо. Джурис Арва Батлс. Конечно. Не кротошпатель, а нанокротошпатель. Да-да, услышит запах, ты говоришь. Услышит запах. Услышит запах, конечно. Зачем вам кроты? Да не зачем они мне нужны. Самый лучший способ. А почему же у вас крот в банку не залез? Ну потому что не попал, да и не залез. Пришел соседский крот и твоего крота закопал в банке, пока твой ухлестывал кашу. Ржу не могу, Василий Виктор ржет. Конечно, эх, кротошпатель. Так, у вас кроты, у нас медведки. Нигде нет покоя. Покой только снится, я знаю. Это норка. Плохо варишь кашу. Вывод. Возможно. Крутое слово. Кротошпатель. Конечно, крутое. Я его придумал. А еще кротолопата есть. Кротокельма. У вас точно зима?
Не, ну не только в Дубаях лето. А я в Дубаях кротов ловлю. Да, интересно, есть ли кроты в Дубаях? В какой вы области живете? В кротообласти мы живем, в кротообласти, на кротопланете. Один пишет тут Виктор Кашпак, длинный комментарий. Можно и так попробовать. Смотрел внимательно, совет такой. Когда устанавливаешь банку, закрой ее крышкой. Потом землю всегда в банку подсыпешь, да и не надо ее много сыпать. А горлышко обвяжи шнурком, проволокой, чтобы можно было выдернуть банку, а не копать опять. Но мы тут их не гоняем и не ловим. Сосед трещоткой, кто пластиковые бутылки на прутьях ставит, кто капканы. У меня кротоотпугиватель электронный, ну а у меня нано-кротоотпугиватель. А твой метод попробуй. Попробуй, попробуй. Будет желание этой весной. Мой метод работает. Крот был. Крот там был. Наверное, крот все-таки вылез. Короче, ты крота покормил. Конечно. Где можно купить кротошпатель? На Алиэкспрессе. Фарш. Хайпанул на кротах. Ну, конечно, хайпанул. Кроты. Когда будет видео с кротом, уже ребята ждут, как я начну ловить кротов. Вот это я понимаю, хозяйственный мужчина. Конечно. Теперь крот услышит запах каши, орёт. Очень прикольно, конечно, прикольно, ребята. Ловим кротов. Один тут чуть не описался, когда он услышал, теперь крот услышит запах каши на 8 минуте 36 секунде. Ну что ж, бывает, Кашпировский в помощь. Кротошпатель. Почему в январе снега нет? Да уже был. Какой там был паук? Никакого там не было паука. Тут на английском что-то пишут, это мы не понимаем. Один тут советует Владимир Осипов. Надо кроту не кашу, а пару дождевых червяков. Так как крот хищник, надо работать в чистых перчатках, так как кроту запах человека не нужен. Земли сыпать не нужно, так как земля дает кроту возможность легко выбраться из банки, если он туда попадет. Попробуем. Я не понимаю, зачем ты ловишь кротов? Да я не ловлю кротов. Они всю мне клубнику подпортили. Я пытаюсь их немного отправить в другом направлении, чтобы они мне не портили клубнику. Январь, январь. Услышит запах каши, услышит. В январе земля, причем не как бетон. Это где? Это на кротопланете. Где же еще? Алекс, мечта. Так. Все трубы советую туда подключить, кротошпатель. А пока вода стоит, комары личинки положат. Что-то тут уже все запутано. Ставь лайк под коммент, если у него теперь новая канализация. Короче, типа в трубу подключить канализацию, и она к соседу убежит. Поставила лайк, у меня есть кращий способ, H2, не сезон хватает. Но мы за мирные способы, мы кротов не убиваем. Не работает твой метод. Чё, заработает? Весной словим крота. Я вам покажу его в Full HD формате. Ребята, подписывайтесь на мой канал обязательно в качественном формате. Full HD крота покажу вам. Где купить кротошпатель? На крота рынке. Где? Услышит запах каши. Не услышит запах каши, а услышит запах крота каши. Каши побольше положил бы, чего жалеешь. Прошу прощения, а кроты разве слышат? Конечно, слышат, на то, что они и кроты, они все слышат. Ты когда руку засовывал в норку, я думал, она откусит руку. Кто откусит? Мало каши положил. Согласен, маловато. Крота не видно. Между пальцев проскочил. Да, посмеяться можно. Понюхал, крот услышит. Понюхал. Кротошпатель просто топ. Рифма. Как поймать крота? Навари зерна. Три крота. Ту-ту-ту-ту. Ту-ру-ру. Ой, самый простой способ — это купить простую кротоловку. Но это скучно. Надо ж порадоваться, посмеяться. Металлические пики — это не к нам. Мы ловим мирными методами кротов.
Метод работает. Крот тут был. Раз крот тут был, значит метод работает. Все правильно. Логика есть. Услышит запах каши. Опять кротолопата. Ха. А не проще вместо банки ведро? Надо будет попробовать. Так. Я думал лето. Да лето впереди. Где снег? Алло, алло, алло. Услышит запах каши. Где купить нано-кротошпатель? Нано, а то у нас в городе нету. На нано-кроторынке. Очень простой ответ. А как поймать крота? А как поймать крота? Три крота. Как поймать? Поймаем крота, поймаем. Комменты бомба. Наржался с видео от спеца, а потом еще с комментов полчаса ржал. Видите? Кто-то смеялся в этом мире полчаса. И ему счастье. Порадовался человек. Как на лекции Петросяна. А другой вообще пишет: ой, оборжался, супер видео, всем смотреть до конца, интрига. А еще лучше цистерну железнодорожную закопать, чтобы точно не вылез. Ну ты молодец, это ж надо, как в человеческом мозге рождаются такие шутки. Вместо банки закопать железнодорожную цистерну. Это ж шо в голове у человека, чтобы придумать такой юмор. Но я просто очень радуюсь, что люди могут шутить. Все кроты остались живы, мы их не убиваем, они сами от страха умирают. Это просто шутка, ну конечно, они смеются там. Как запах можно услышать? Да просто ушами как запах. Почему не кротолопата? Потому что кротокельма. Ржу не могу, смейся, чё. Он услышит и полезет. Сам все закопал и выдает как будто крот. Ну да. Ты бы еще полную банку каши навалил. Ну да. Ой, один уже не может досматривать, смеется. Задребезжали яйца на минуте 15 секунде. У Антона Корнея. Видно, не стальные, раз задребезжали. Так, впервые слышу, что запах можно услышать. Снимай больше таких видео, ты молодец. Конечно, я молодец. Ты крота видишь, Виталий Полевиков? Нет, а он есть. Конечно, есть, на то я его и ловлю. Руками поймал. Ну, посмотрим. Наверное, телефон в норовую норку потерял. Ох, вот это люди пишут комментарии. А, вы такой заботливый о кроте подумали. Целое VIP-место ему сделали. И каша там, и земелька мягкая. Кроту повезло с таким ловителем, как вы. Конечно. Четыре крототопора. А зиму. Кротошпатель, жжу не могу. Круто, говорит, боюсь руку совать и начинает дальше совать. Класс, у моей бабушки получилось. Кротолопата. Так, ребята, это не крот, это росомаха. Может быть, не знаю. Как это крот услышит кашу? Это просто. Один пишет тут, Галя-Галя. Чем мужик занимается битый час, а 356 тысяч человек за ним наблюдает? Уже не 356, уже 500 тысяч человек. Я занимаюсь битый час, а 500 000 за этим наблюдает. Вот интересно. Вот это действительно, чем люди занимаются. Метод не работает, крот не дурак, чтобы вскочить в банку. Ну конечно, для этого нужно нестись с крейсерской скоростью. Ну я согласен, крейсер «Аврора». Это все языки вместе. Суржик и белорусский, и русский, и не русский, и все подряд. Детский сад, конечно. Короче, куры общаются с кашей и кротами, а каша курам и кротам отвечает в ответ. Ну да, кротового там нет. Мужики, есть капкан для кротов. Но нам капкан не нужен, мы за нервные методы. Так, рыбацкий тройничок. Не, это такие только жесткие. Мы таким не занимаемся. Крот не любит сквозняк. Он закрывает тоннели там, где вы открыли, толкая землю вперед. Как он может упасть в банке? Ума не приложу. Поэтому твоя банка была полной землей при АК. А как? А как поймать крота? А зачем его ловить? Да никто его не ловит. Мы хотим его просто увидеть, чтобы сфотографировать. Потом еще будем бегать, чтобы фотографию отдать. Кротошпатель называется кротокельма. Ну правильно. Пока найдешь банку, весь огород сам спахаешь. Ну согласен.
Кротонорка маленькая, нужна большая кротолопата с наконечником от кротоблямсера. По центру просверлить кротодырку кротосверлом на 6 мм, а затем по краторадио передать кроту, что пусть он не очкует и смело идет к кротоловушке, так как кротокарса его ждет. Но ты молодец, ты не просто кредо-65, ты просто крото-кредо-65. Аммиачной кислоты? Не, такого у меня нет. И вообще, мы крота хотим живым увидеть, зачем нам кислота? Все говорят, а как поймать крота? Метод работает. Горилки? Не, горилку он не пьет. Спасибо за настроение, ржал как больной, вот крот умный попался. Ну да, посмеялись люди, и то хорошо, хоть и крота не поймали. Один предлагает туда мясо положить от... и колбасы сырокопченой кроту. И кротиху ему еще в банке кинь. Говорит, выпить, закусит, может еще чего тогда захочется. Вот остроты какие. Любит один природу и дачу. Молодец. Сколько комментариев ребята понаписали, а? Это ж надо. Уже и соседи у меня тут появились. Крот не дурак. Запахов посторонних не любит. Метод работает. Раздырка есть, значит метод работает. Хорошо, что предупредил, ни один крот не пострадал. Конечно, не пострадал. Крот всех обманул. Потому что кроты кашу не жрут. Так, подписался до момента, когда крот его поймает. Да не, я крота поймаю. Я думаю, что все-таки мы увидим крота. Так, крот хищник червей ест. Конечно, это мы понимаем. У нас январь и у нас уже февраль. Теперь крот услышит запах каши. Почему-то в конце видео смешно было, потому что ролик снят специально для этих целей, чтобы вам, ребята, было что посмотреть реально, и посмеяться, повеселиться, и крота увидать. Ловушка, ты не поймал крота. Не поймал, но я поймаю, я вам его покажу. А был там крот? Конечно был. Небось сам кашу съел, а в банку земли насыпал. Ну да, делать мне нечего. Кашу есть и замку эту засыпать банку. О, один тут даже стих написал. Молоко ТВ. Все говорят, дядя, а как поймать крота? Куда нажать? А-а-а-а, лови крота. Я ловлю и не плачу. То, что поймал вчера, поймал крота. И держу за оба хвоста. Озино три крота, началась игра. Все по чесноку, язык поднял. Куча кротов дернул за морковь. И крот поймал морковь. Сегодня я похаваю, все кроты не влазят в карман. Вот моя пародия. Свернуть. Молоко ТВ. Три крота. Молодец. Уже стихи пишет. Молодец, лайк тебе. Сразу видать, крот хищник и питается червями. Ему до лампочки. А крот скоро появится, ребята. Подписывайтесь на мой канал, и крот скоро появится. Сделай новое видео побыстрее, мне так интересно. Лифар, последний комментарий, 3 недели назад написал. Так, ребята, что я вам могу сказать? Все вы молодцы, я вас всех поздравляю, вы настоящие кротоловы, ловите со мной крота и смотрите, как я ловлю крота с помощью этого вот нано-чудо-крота-лопаты, чудо-крота-кельмы и нано-крота-шпателя. Будем с вами вместе ловить крота. Напишите в комментариях, хотите ли, чтобы я вам разыграл определенную небольшую сумму в долларах случайному подписчику. Вот. За то, что вы комментируете мое видео и смотрите то, как я ловлю крота. Я думаю, в районе 10 долларов можно разыграть среди наших подписчиков. Как вы думаете, ребята, стоит разыгрывать, не стоит? Сумма, конечно, небольшая, но дело в том, что с воздуха же деньги не делаются, правильно? Вот. Для начала так пойдет. Если канал будет развиваться, будем больше разыгрывать. Подписывайтесь на мой канал, лайкайте мое видео, пишите комментарий хороший. Пишите комментарий юморной, и будем дальше с вами
сотрудничать. Всем привет. Всем крота привет.